Сегодня в управлении Россельхознадзора по краю сообщили, какие предпринимаются меры для того, чтобы в наш регион не попал вирус африканской чумы свиней. На днях это опаснейшее заболевание впервые зарегистрировали в Сибири, в Иркутской области. Там установили карантин и объявили режим чрезвычайной ситуации. Специалисты уничтожают свиней в радиусе 100 километров от очага, сжигают туши, а также изымают продукцию свиноводства. Чтобы африканская чума не попала в наш край, в Иланском, Нижнегородском, Канском и других районах, которые граничат с Иркутской областью, усилили контроль. Специалисты Россельхознадзора вместе с дорожными полицейскими дежурят на трассах и досматривают автомобили. Также проверяют уровень биологической защиты на свиноводческих предприятиях. Вирус совершенно не опасен для людей, но приносит серьезный урон сельскому хозяйству, поскольку всех животных в радиусе десятков километров от зоны заражения приходится отправлять на убой. Методов лечения болезни не существует. Специалисты рекомендуют не покупать свиней без ветеринарных документов и не давать им корма животного происхождения и пищевые отходы без тепловой обработки. Ситуация достаточно сложная. Угроза, прямая угроза заноса вируса на территорию края имеется в связи с тем, что в непосредственной близости выявлен очаг заболевания. Здесь какие рекомендации? Во-первых, обеспечить безвыгульное содержание животных в первую очередь. Исключить контакт посторонних лиц с животными. В общем-то, благополучие территории нашей зависит в основном от нас самих и от хозяйствующих субъектов.